Блять, запись забыл включить. Попервую ваше место. Это, блять, на угрозу похоже, да? Проклятие. Да что ты его таскаешь? Там этот бедный друид не знает, куда бежать за нами, да. Музыка для моих ушей будет, когда Синдра сдохнет. Я в потолок гребнем втыкаюсь, понял? Прыгаю и торможусь, короче. Блять, так не пойдет. Ну тут попросторно. На ласта чешу или давай еще двоих завалим тоже. Можно. На гриба сходить? Можешь. Да, гриба. Пошли. Я эту дуру там, может, что танковская падает. А то у меня все-таки ДДшный шмот. Можешь. Там уебывает, алло. Иди сюда, блин. Лужа, Иван. О, грибок там, возьми. Ты чё, блядь, чё ты хочешь? В смысле, а зачем ты все это бьёшь? Куда пошли? Это у меня пет, нихуя себе. Грибы, которые рядом, убивайте. Кстати, вот на берегу, он от них бафается бог. И он по нам идет какая-то хуйня, миньер. Он защитит. Меня привязал, подведи босса. Его в грибах нельзя держать, вот. О, арбалет. Я хант, наверное, блядь, послезился. От чего? Арба упала. Кто? Арба упала. У него какой-то, не знаю, там весь пронзатель. А, у него кель. Где выход, нам? Пронзатель, хуятель. Нормально. Мне вот это вот место, да, вот в этом подземелье, напоминает локацию Скайриме, когда бежишь к этим, блядь. Ты, ты зачем мне к этим эльфам? А чё, кто, чё ты выиграл хоть-то? Не знаю. А кто, кто не идет? Да нет, никто не едет. А почему она не распылилась-то, шмотка? Нажал, не откажу. Скажусь, это то же самое, что и распилить. Приоритет одинаковый у этих двух кнопок. Значит, ну, голдан нужнее, чем рейги. Хуя себе полетел, ебать. Вот самое что стрёмное. У паладинов что хорошо, что это. Он масухой бьет,
Он бьет хоть их 50 мопов будет, а вар бьет только 3 или 5, блин. Вообще самое стрёмное. Так бы нифига бы он косил бы просто. Ну да. Ты про рассекающий. Ну почему рассекающий? И вихрь тоже он бьет всего. 4. Сколько там целей-то? 4 цели. Но... И убивайте этих мелких, которых она вызовет. Чего будет? Стой, курва. Меня принеси в жертвоприношение. Да хам, дебил. А помнишь, кто с нами был-то, когда ты ему сказал, он обиделся и ушел? Рога. Помидоркин, блядь. Да он, блядь, реально сказали все, окей, блядь, нет, надо ебануть было. Я полетел, ебать. Ну как это? Че он не хотает, я не вижу от него омоложения. Че он дрочит, стоит? Сука. Хуёвый хил, ты смотри, у него фулл мана, он стоит дрочит, блядь. Семи жизни. Семи, блядь, Васёк. Омоложение, вон нахилил 8000 всего. Тупой просто, нахуй. Хлам. Какое целительное прикосновение, я ебу, блядь. Буйного роста нет, ничего нет. Он просто тупица, нахуй. Не, в РБК мы не возьмем его. Я же говорю, проверить решил. Мы в каре заебывались. Да и не, я вижу, как он хилит. Ну, блядь, ну пусть хилит. Вот я некомфортно себя чувствую с ним. Ну, вот именно. А что, мы сейчас ходили, комфортно чувствовал, когда били, блин? Ну, когда в РБК с тобой, да. Ага, ну, все, пока держали, блин, я там вообще потел. Ну, какой страх, там пати другая, пати попала, вообще огонь. Вот если бы были бы ДДшники слабые, мы бы просто по мане я сел бы, да и все. У нас был густ, поэтому я позволял себе столько раз. Это кто там? Вайт ругается, что ли? Да, и правильно ругается, блядь. Я когда танчу, я все время вижу на себе от Роми две хуйни. Омоложение и прикосновение. Ну, ты понял, как? Зеленую... Восстановление или как? Восстановление, блядь, омоложение. Вот. Я их постоянно себе вижу. И буйный рост. От него, блядь, жизни цвет. Я смотрю, что нам... Они ни одной хуйни. Воу! Ворвался. Вот. Смотри, защита. Защита. Бери на ДК. Ебать. И еще кого и на... тапки. Тапы. Тапки. Ох, есть. Блядь. Тапки я сейчас распылим. Шарик. Короче, не это. Друляй этого нахуй. Там в пола. Ну-ка, давай я тебе передам Роме, а где ты, блядь? Стой, где ты? В Долораде. А передаст этот, да? Кто? Тапки, блядь, у меня там просто скары 232. Кстати, а представь, куда наги тапки одевают? На хвост? На хвост куда? Задние плавники. Ну так у меня тут хвост один. То есть туда один ботинок. Прицепляется. А чё ты, вот зачем в гильдии пишешь, спроси кого, как хилит? Пусть, я вообще сам не знаю, как... Пусть если он хочет, как бы, ходить в рейд, пусть он спрашивает тех, кто умеет хилить. Я же... Ну, Вольда, пускай спрашивает. Ну, нет.
как нам там, целительное прикосновение, да, или как нам, как нам там быстрый каст вот этот? Восстановление, как... омоложение и покорительство, буйный рост, все, ты вот эти покорительство природы, покорительство природы. Какое покорительство природы, ты о чем? Покровительство природы — это как флешка. Вот быстрое исцеление у креста, вспышка света. Нет, а вот этот лиловый каст, который можно с памяти поднимать танк, как он называется? Покровительство природы, нет. Не, покойствие или как оно там? Блять. Короче, вот раньше ходка, покровительство — это быстрая хилка. Вот, да. Покровительство природы. У него мана всегда была, а у меня никогда ее нету. Вот, хил, блядь, который дрочит с полной маной, а у него, блядь, проседают милики на 20-40% держится. Это вообще залупа полная. Че, пойдем мы куда-нибудь, нет? Ну да, давайте. Так собирай. Вот там разбушевался, блядь. Не знаю, я буйный рост вообще по КД кидаю. Только закончился, вижу, где народ, толпа. Сразу кидаю. Если, блин, пати растянулась, я между ними встаю и на себя кидаю буйный рост, чтобы он на всех раскидывался, да и все. Но это, видишь, надо тоже, ну, не просто впустую кидать, чтобы оно в оверхил уходило, а вот когда дамаг, когда знаешь, что дамаг идет, оно должно быть в эффективное записываться, а не просто так. Ну, в оверхил ты просто ману сжигаешь просто так. Это тоже надо. Там тоже надо чувствовать, то есть знаешь, что пройдет дамаг, он вот правильно пишет, допустим, сейчас будет вихрь, да, хуяк заранее ходки обновил, вот, ага. И ждешь, допустим, если мудил не отбежал какой-то, раз ему клацнул эту 15-15, блядь, я ее называю 15 секунд КД, клацнул 15, не отошел, но пару раз можно хильнуть этой покровительственной природы, потом пошел. Кидаешь момент перед нанесением урона или когда проходит урон. Вот, и хуяришься, это ага. Буйный рост. А если постоянно урон идет, что ты будешь стоять и ждать, пока урон пройдет, конечно, ты будешь захиливать вообще до талого все. Вот мы на первом боссе были. Вы постоянно садились по хп, потому что там урон вообще весь идет. На тебе эти стаки собираются. Если бы ты не диспелил, ты бы, наверное, сразу сдох. Ну да, я постоянно себя диспелил. Ну вот. В этих секси-залах. А я только успевал буйный рост во всех раскидывать. В тебя не кидал, потому что нет смысла, ты там один. Я тебя другими захилил, а себя уже захилил и буйным ростом, чтобы пати. Все верно. Поэтому хил нормально, он должен понимать, кого, блядь, чем надо вытаскивать, кого чем поднимать. И когда это надо кастовать, блядь. Не когда урон прошел, а, блядь, до этого. То есть, ну, это шарить надо, короче. Это нужно. Чем мы тут обсуждаем, блядь? Это все равно, что пришел новенький человек, 3 месяца, нахуй, мы ему рассказываем азы, блядь, как в комнате играть, да он охуеет. Чем мы вчера в Линагу, да, собрались? 600 тысяч толпа. Так это, будете РБК регать, что плохую там хилка? Как мы регнули. Да, и что, в очереди стоим? Хилов-то нету. Может взять этого еще разочек? Да что-то я хуй знаю. РБК. Хули, пусть учится, он заебал. Хули, пусть учится. Ну да, и там левел уже где-то. Не, ну согласись, просто вот шарящий человек за свой класс, механику игры, знаешь, 205, все он там проносит. Не, ну конечно, блядь, бывало мы это, волкинайские попадали. И попы кидали, там эти стаки скидывали, и, блядь, и таунтили, блядь, всю эту хуйню, диван, блядь, всю эту парашу делали. ДПСа мало было. А тут Роми, блядь, Солянова все убивает. На скиле, блядь. Он тебе больше никогда не поставит плюс.
Или, бля. Он даже захочет, он не поставит. Я его пригласил в пати, а потом смотрю, что-то, блядь, не принимает. Еще раз пригласил, игрок с именем Переперидус не найден, блядь. Я так смотрю в это, выход, блядь, удалить персонажа, блядь, выйти из игры. Он решил по-другому сделать, я буду РДД теперь. Это как ход... ДЦшник там после рейда-то. А сжёл не руб, ебани, блядь, друг Тринька упадёт, охуенно. Она что, нужна, что ли? Лучше, наверное, мне кажется, с этого, с РБК, блядь, компас. Так, блядь, понятное дело, ну, дурега компас, хули. Конечно, лучше с РБК. И ту лучше, потому что у меня сейчас на броню одна. У меня считай, лежит на вара компас, и это и часы лежат с мороза. И ты не знаешь. Щит зима. Самое большое, что у меня лежит, это получается 260. Я отойду пока. У тебя чешка с волей лежит, самая большая. Да нет, я имею в виду на этот, на танк. Тяжко с волей. Теперь на троллейбой и ботинки с РС. Интересно, а если вот, как этот говорит, как его, блин, мастер этот, если реально сделать, попробовать Арвса, блин, и посмотреть, как он будет дамажить в этих шмотках. Да нормально будет дамажить, там же этот превосходство самое топовое, она же критует, там талантов 50% добавляешь, если считай, ты 50% собрал, то у тебя 100% крит будет, ну и считай, все, пиздец. Да, вот это смысл один раз. Потом, что еще есть? А Т4, у тебя сразу два прока идет этой. Угу. Превосходство. Что она тут пишет? Как она тут правильно-то? Смертельный один даешь и дает два прока превосходства. Но сразу же. Потом тут же смертельный откатывается, пока ты эту бьешь. И опять смертельно наносить, и все, и просто две кнопки сидишь как дурачок. Там кровотечение надо вешать, оно прок еще дает. А еще символ ставит, если вот ты профа, допустим, бьешь в лицо, символ ставит парирование, превосходство, короче. И там, короче, вот он от уклона прокает, а ставишь парирование, он еще от парирования прокает, ну, потому что парирование у босса больше. Еще не собирают мастерство арбсы. И если ты в лицо бьешь, то у тебя, ну, просто очень часто начнет прокать превосходство, и ты считай просто одним превосходством долбишь. Ну, топовая фигня. Вот, и там вихрь не качают. Ну, потому что вихрь, ну, во-первых, по 4 цели бьет. Во-вторых, как бы... Ну, вообще, я не... А вихрь-то вообще зачем он там? Он в этом варнсе, он никак не будет вихрем. Не, бывает, что спех ПВЕ-шки делают с вихрем. О, блядь, честно, нахуй. Если делают без него, то, получается, вкачивают эту жажду. Жажду вкачивают. А под жаждой круговая атака идет еще. А Т4. Куда? Сейчас он увидит куда. О, вот, где да. Компас? Компас. Тут компас. Да? Пишут же компас у Войда. Да, да. Сейчас посмотрим, что здесь падает. Да, тут компас падает. И тут знаешь, что падает? Ваше заклинание с вероятностью налаживается, херня, восстанавливает маны. Тринка, короче, падает. Ой, сила с нами, нормально. Кто? Силу, лок. Какой лок? Ты чё, бухой, что ли, или чё? Кто это? А, мне показалось лок, сила, что-то. Это какой-то, блядь, слух.
Вот что мне нравится с паладинами, то что они вытаскивают прям вообще сновья, вот с нуля и до самого талого. А друид он потихоньку тянет, тянет и вытягивает. Ну нахуя вы агрите? Ой, это мой пет. Смотрю на босса. Я за ДК не привык, что опять мне петы такие ебанутые. Так а ты что сделал-то себе? Анхолика что ли? Да. А что он у тебя без когтей? Как без когтей? Ну, нету бафа когтей. А он и не должен быть. Почему? Ну, не должен, но он вкачивает до рейда когти. Ну, а кто, как не должен-то? Да не должен АДК вкачивать его. У тебя один талант надо было просто вниз бац и все. Да не, это хуйня. Как один, ты что, ты считай. Считай, 20 надо, чтобы до 1, 2, 3, 4, до 5 строчки, а надо когти на 6 строчке. Так что АДК не вкачивает когти. Сука, ебаный пит, придурок, сука. Сделай, чтобы он умер, да и все. Так он и так умер, блядь. Когти как чает ФДК, либо гибрид ДК. Я сегодня закачнул за 20 минут до 72-го. До этого ДК. Но потом буду танка делать только. Что танков дохуя уже было. Так Лимон вообще говорит, ДЦ, короче, он будет делать, и Холика. Ебанулся? Разве только не будет. Какой нахуй ДЦ Холик, блядь. Ты сказал, релить не будет. Да с таким онлайном, с такой, блядь, с таким сбором, попадает желание, блядь. Как они пришли на РТ, ты видишь, он их приучил, Тёма их приучил к этой хуйне, они... На сборах, нахуй, сидят полтора часа, блядь. Полтора часа, сука, на сборах, нахуй, на дрочеве на этом. Это потому что у них время такое позволяет. Да это неправильно, блядь, так не делается. Если ты ставишь РТ, блядь, в этой РТ должны люди уже, блядь, с фласками сидеть возле ворот ЦЛК, нахуй. А не, сука, в Долоране сидеть дрочить, хуй. Просто жопа от этого сгорела. Чё, стой на месте, никуда не ходи, стой на месте. Не... Ты его повёл, блин. Все, не двигайся, главное, стой на месте и все. Видишь, нету грибов. Я по 5К уже бью. ПС видишь, да? 800, нормально. Дай ему стан. Отводи сейчас лужу. Лужу смахну, я не хочу лужу стоять. А я поставил панцирь. У меня еще наговская хуйня есть. 50%. Да это потому что нага тут разбегалась и грибов насадила. Кто меня пьет? Че такая кистяшка? Лужа. Щупальце такое прикольное. О, нифига себе, можно было её бы вместо меча, Чарльз? Сука. Это пиздит. Стаки, вон, споровое облако. Захиливаемся. Можно мне, интересно, вместо меча поставить эту щупальцу, а? Нет, это только на кистевое, это для энхов. Ну как так-то вообще, я бы просто затрансмутил бы её.
Я думал, это мой пет чаржился, это Роми был, блядь. Он же так же чаржится. Даже я больше СВ даю, а чё он этот левел-то? Да, можно просто... Вот сейчас, по идее, повесили КД, можно выкинуть его, да и сам он больше в этого РБК не попадет сегодня. Я люблю так делать. Ну ты кика его нахуй, нахуй. 300 тысяч дает этот. А чё чистил на него с этого? Чё он... Чё-то с этого? Снизил что ли? Точно, пошел. Давай, причина пидор. Нахуя он снизил, если он не носит? Вот и все, и ушел, видишь? Чувачок. Свой лут получил. Уёбок. Да. Мой осколок просто ушел. А чё, мы получим пустоту, если так идем? Конечно, получим. Добирать. Или добирать надо, или не надо. Какую пустоту ты собрался получать? Ну эту хуйню сердолик и пустоту там. Как это-то? Хоть вдвоем приди туда. А, ну все, нахуй добирать тогда. Или что, мы ОД не получим, да? 50 ОД или сколько? А почему ты хоть я игру хоть вдвоем закончи эту игру? А, ну все, ну за ней все хуй сосут. Уже видишь, чика какая-то. Блин, три наги стоят, думаю, кого бить из них? Почему, думаю, посередине урон не проходит? Потом понимаю, что это своя. Ну я себе еще сагрилась, хуйня какая-то. Разве не одеваться туда ходят? Что сразу кикать? Чё он сролил, напомните, кольчугу? Кистевое. Которое ему даже не идет. Че вы дерете так долго-то? Я ему написал в ПМ, ты дрочишь хуй вместо того, чтобы дамажить 220 СВА. Я в танкошмоте даю ДПС больше тебя. Ходят одеваться, а не смотреть, как другие за тебя боссов убивают. В смысле, он что-то стал залупаться или что? Он пишет, у меня теперь КД, а я ему пишу сейчас, а мне похуй. Нет, а он что, вообще с чего началось-то? Ну я говорю, написал, разве не одеваться туда ходит, что сразу кикать, я ему написал эту хуйню. Да ладно, да при чем здесь ДПС-то, зачем он нидил-то все? Его не из этого кикнули-то. Можешь ему написать догонку, что он нидер еще. Кикнули по совокупности причин. Я помню, меня постоянно с ДПС кикали сначала. Я не ходил в РБК. Про кистевое написал он. У меня теперь КД, а я пишу, а мне похуй. Вот так вот. Баскет, запомни меня. Запомни меня.
чуть в воду не улетел на. Кто это, Рога? Вот ты боб кто-то свой дал, блин. Как его снимать, этот гребаный боб? Канцелавр от лайн защиты. Либо мышкой. Это ты дал или Честер? Так а что с твоим агрота стало? Сальву дал, потом нормально сейчас. Всего агро ничего не стало, это с твоим шмотом что-то стало. Вон, я смотрю, там появилась такая это, тринька 271-го там левела. Странные какие-то вещи появились. О, на ДК, а ты берешь? Не характерные для тебя. Че, сила, ловкость? Ты берешь на ДК? Ой. Да, да. Так, ну, почему у меня за пояс? У меня там... У меня 245. У меня 200, 200, блядь. Надо это все понять. Вот ты уже 216. Теперь 218. Чё Честер там пишет-то? Ну, ДПС. Да он набухался, как обычно. А он 240-й рога почти. Да? Ну, голову. Я предлагаю перед боссом его кикнуть. Блять, а о чём мы побежали? Где ли можно? Куда? Чё-то показалось, что без танка сожрет. Сзади лимон. Собирай сначала всех шесть. Честер зафилит. Да его зафилит, он сдохнет нахуй. Нас зафилит, блядь. Пошла жара. А тут какой-то фир странно не снимает. Потому что это дезориентир, как локовский койл. Как роговское ослепление. Не понял. Вот Рога даже не знает, что здесь надо веером бить. Просто не знает. И чё, вот Рога надамажил всего 2700. Это вы на чем это трогали? Медведя все. Вот и пал Мишка. Честно. Это он про кого? Про ДК, что ли?
ходульный какой-то. Че, Лича, да, вспомнил? Я постоянно вспоминаю. Боюсь представить, что 25-ки будет какой напряг. Просто жопа взорвется. Че, пулить, не? Ну, конечно. О, кристалл бездны. Прикинь, сейчас этот разбойник компас сролит. Зачем? Это же сказало, надо кикнуть. Не надо, нахуй. Ебать вы злые, нахуй, люди. Вообще пиздец. Я в ахуе с вас. Так ты что же тыкнул? Или не тыкнул? Я не был сам. По-любому тыкнул. Не, не добирайте. Честер, зайди под нам, под нас. А он тут? Не знаю. Не успею. А чё он такой маленький стал? Честер кидает хуйню. Бля, вот я сижу, думаю, с одной стороны, ну кикнули его. Бля, ну какого хуя мы должны вагонить, который ДПС дает меньше войда? 237. Это вообще позор, блядь. Войда, это да. Должен ДПС минимум, я думаю, 1500. Да пятерку давайте, никто не будет кикать никогда. А то мы его еще и вагоним. А он камень на РПБ-зу. Нахуй надо тоже вагонить. Сердолит. А, желтый. Да, хотя мы войда вагоним. Жестко. Шея. Вот прикинь, какие на ноги упали, это просто друида бог будет. Сенсу берите, лутайте босса. О, шея тебе, бери. О, камешка. Ну все, погнали дальше, регай. Что будешь делать, не топишу. Так, что у меня осталось? Еще два РБК. Надо. О-о-о. Да что, тут надо первого босса убить, а вон 250-й. Сова, наверное. Или кот. Нет, сова. Ну, четвертый кат он затащит. А тут первого босса убить, потом можно кикать любого.
А чё, он не знает, что лунный огонь надо было еще на... Как он там, звездопад? Ты хоть где хоть собирай там траву, мату. Блять, все падает с одной тысячи. А чё ты куда? На РТ-то будешь? Такого тут нет, наверное. Ну точно нет его, блин. Я вам кричу, кричу. Самый простой босс. Первый вот этот? Да, только на нем дамага не хватает иногда у некоторых. Сейчас у нас не хватит. Да нет, хил, то, если честно, он не сядет по мане, то хватит. Сова тоже бесполезна. Тут РДДшники же бесполезны вообще. Все, сразу будем бить?
Дай боб. Нажимай что-нибудь. Ну, никто не видал, убили. Сова умерла. Ну ты что, Лимон, нас не слышишь, что ли? Чего? Я тебе же говорил, дай боб. Зачем? Ну, стаки скидывать, я не хочу бегать туда-сюда. Просто если туда-сюда бегать, ДПС теряешь. А так раз стаки скинул быстро и погнал дальше. Хорошо. Скелетики. Че беришь? Скелетики, говорит. А, его эти голда тут же всегда. Ну, нет, не здесь. Посмотри, они его ваншотнут. Прикинь, он лунный огонь дал. Ой, как лунный огонь, звездопад. Сова, видишь, как взлетел? А? Тарфол. А что такое? Тарфол. Я такое не знаю, что такое. Я только Тарфол. Знаю звездопад. Да есть звездопад. Это и есть звездопад. Потому что Т4 прок этим звезда падает. И чё будет? Нет, сову не будем кикать, хорошая сова. Честро вообще красава. Слушай, ты напиши ему, блядь, в чат. Да, побежала. Честера убили. Сова БР. Бля. Он же не даст после таких слов. А, блядь, пизда. Блядь. Надо быстрее надо думать, блядь, просто. И чё, в смысле? Бежать надо теперь, блядь? Чё, наагрил дофига? Нет, лететь, блядь. А? Танк, блин. Что? Или тебя упали? Ну, бывает. Прикинь, с самого начала до самого конца бежать. Сейчас сову кикнуть самый раз будет. А это сова откуда? Арни, а это не Е какой-то. По ходу дела Лимон что-то пишет какое-то сочинение. Сейчас, ребята, одну минуту. Блин, у совы такой посох прикольный. Тоже такой хочу на сову. Нага такая обоссанная хуйня. Чё, как четырьмя руками дерётся? У меня две руки.
А почему у тебя две, у всех на 4, а у тебя две, блин? Не знаю. Откуда ты 4 увидел? Ну как, вот на Лока посмотри, нага, у него 4 руки. Он двумя кастует, двумя держит. Чё держишь-то? Он просто перед собой руки прямо. А прикинь, так 4 руки в натуре. 4 шея, ну ебать. Ебать. 3 глоры такая, 1 шея. Ебануться. В натуре это было бы круто. Вот ввести сюда гора какого-нибудь из Mortal Kombat. 4 двуручки просто. Вихрь дает, там все падают. Не знаю, там вообще... Жесть начнется сразу. Это прям как то видео. Вводи, все, говорит. Вводим, говорит, только, говорит, варов. Потом кто, паладинов, ЕДК. Почему, говорит, да потому что шеем будем продавать. Да, да, да. И что же объединяет эти 4 класса, блин? 3 класса. Че будет? Торчал, лежит, думает, его подымут, он же там в сугробах лежит. В скелетах в этих. Или он. А, он как раз. Ну, он его бредное тело. У меня написано, можно риснуть, я могу риснуть. Так массово. Я вообще вот в шоке, да, вары весают вообще людей просто. Исцелитель, да. Где второе бренное тело паладиновское? Сегодня где мы были, не помню. Я говорю, не люблю паладинов, особенно когда они еще чистый альянс. В курсе, что Люман альянец, да? Как это? В смысле, он чистый, он чистокровный альянс. Да не. Да не. Он же начал с Альянса, а перешел за Орду вот недавно. Это же чистокровка. Сейчас он грязнокровка стал. Слизерин перешел, блядь. Кого? Ну, в Гарри Поттере, блядь, Слизерин перешел. Там в какую-то другую перешел. Пуффин душ, что ли? Наверное. Смотри, собирают опять всех. Ебать, Честера пиздят. Честера ломают просто, ебать. Блять, не успеваю дотки развешать даже. Надо большого тебе, а потом дот вешать. Давай попробуй, собери вообще весь инс. Посмотрим, выдержишь, нет? Ну, там Честер сдохнет. Да не, захуярят. Кости эти затыкают, на. Щит ему пробьют. Да, там много трэша, там уже и щитки работают, и талант, правосудие, там уже пиздец. Поэтому про товар в этом плане ролик. Ему вообще поебать, дал блок, вообще похуй, все. Я в домике, да? Честер сейчас отвалится. Ой! Что ты делаешь? Не успел. А, побежала хуйня, видишь? Носового. Носового надо. Остаются в живых только сильнейшие, да? Сейчас зато, видишь, ДПС разгонишь. Ну, давай уже хули там двух мобов-то разгонять. В смысле, я всех тагрил, всех привел, а почему два-то осталось? Скелеты сдохли. А я только чаш сдавать, и все, и мне, короче, получается вдогонку такую спину я бежать, а он мне в спину тыкает копьем своим. Надо было фарку выпить, и все.
Ух ты, нифига, карта выпала, целый туз. Ага, шестерка из колоды. Кто-нибудь их собирает? Я выиграл все. Что происходит, Тимон, блядь? Делаешь, блядь? Давай резним пацанов хотя бы. Да зачем? Он тут говорит, я всемогущий. И к Честеру говорит, бей его. Пишу, пишу в личку. Кого, Вайда, что ли? Лут, ты вот, ты пока бил, кстати, все твои скелеты пропали. И все, и голза туда ушла. Да кого залутал? Нету никого, вон. Пизде, я залутал все. Там бывает еще ткань лежит, ни одного нету. Исчезло все, ебать. Все, вся голда ушла мимо стола, блин. Так вот для чего нужны люди живые в пати, чтобы лутать. Произошло, блядь. О, бычак 4000 силы, охренеть, да, у бычка. Урон 5. Ну что-то, а что так много вообще? 5 вещей, как обычно. Так, еще перезвонить надо, поэтому я пока в канал, ну 5.